Чем она кормит ее? Из ложки. Так оно все в стекле, непонятно. А Сашка домой не приезжал? Ну, сказала, тоже через полчаса будет выезжать. Это минут через 40 у нас звонит. Да, уже пойдем. Ну, да. Не хотят есть. Не голодные. Тетя говорит, ты иди кушай, видишь, как заставляет кушать. Из ложки курит. Ну хорошо видно, не отсвечивает тебя. Вот так вот где-то. Видишь, привела, за ручку держит и говорит, ну-ка кушай кашу, раскрывай рот.